Межличностные отношения и связь поколений. На этом должны базироваться отношения между людьми и странами. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему телеканалу накануне в Бресте высказали музыканты хора турецкого. При этом солисты отметили, музыка вне политики. И бойкотировать концертные площадки в Братской Беларуси, вопреки призывам, они не намерены. Приезжаем сюда для того, чтобы люди ушли в более позитивном настроении. То есть очень важно, человек, вот он состоит из того, что он кушает, пьет, что читает и что слушает. Наша задача – дать ему такой контент, чтобы он стал человечнее, добрей. Я вижу сегодня Беларусь чистой, красивой, процветающей, и душа у меня за историческую родину радуется. Брестская крепость – сакральное место. Более 30 национальностей почти месяц мужественно отбивали натиск врага. Спустя 80 лет их подвиг жив, а на месте героической славы звучат голоса потомков.